Здравствуйте, дорогие друзья. Первый день в Таиланде – это достаточно непонятно, невообразимо и хрен его знает вообще как. Народ куда-то ездит, мельтешит, столько всяких непонятных людей, байков. Мы пришли на рынок. Сейчас здесь нам предстоит выбрать, ну, хотя бы что-то съестное. Байки, 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 люди, рынок. Хочу сказать сразу, запах тут как бы дает о себе знать, что жарко вокруг. Видны какие-то фрукты, вот дурианы, видимо, еще что-то такое. Люди ходят, все покупают. Опять кругом байки. А вот так вот ездят. Здесь никто нигде не оставляет детей. Никаких нянь, ничего. Дети везде. На работе, с собой. Как угодно. Спят на столах. Едят на столах. А вот первый морепродукт. Красота, кальмар. Супер просто. Наверное, это съедобно. Но я должен сказать, что пахнет прекрасно. Вот. Креветочки 260, пожалуйста. Вот. А это типа рыбка. Вчера попробовал местное пивко. Называется Чанг. Светлое, спокойное, умеренное. Но башка болит ровно так же, как от нашего. Мясо. Чье пока непонятно. О, гады. Раки, креветки, крабы, ноги. У крабов связаны. Вот так вот выглядит тайский рынок с первого дня в Таиланде. Это вообще очень интересно. Мясо, видимо, свинина, только почему-то желтое. Наверное, от цвета. Скоро я узнаю, как с ними здороваться на их родном языке. Они мне все будут улыбаться. Чеснок. Вообще приятно, когда тебе улыбаются. Вот снова раки. Какие-то, нет, это креветки, какие-то прозрачные. Вот очень интересная вещь. Все-таки это называется краб, наверное. Вот. Ну, кальмар, он и в Африке кальмар. Да. А вот какие-то ракушки непонятные. Хорошо, что этот рынок находится около нас дома. И мы сюда будем не раз приходить и смотреть. И, наверное, мы научимся это есть. Это, наверное, перец. Вот. Ну чего, Ир? Предлагают купить кальмаров по 150 рублей. По сколько? 150. Кальмаров по 150. А вот это что такое за утка такая лежит? Какая-то деформированная желтая утка. Да. У нее был гепатит. Ну, вообще, знаешь, стоя около этой курочки, совершенно нету плохого запаха. И все улыбаются. Видишь, мешок целый ног. Вообще здорово. Я даже это самое не думал. А у креветок за 240 не хож? Они даже живые, смотри, у них лапы. Вот это курицу. Но она уже настолько мелко разделана, мельче, чем в KFC. Прикольно? Я думаю, надо крылышки взять, вот такие. Вот такие крылышки. Вот такой курицы. Слушай, но она не пахнет плохо. Вот это меня радует. Здесь мы видим какие-то фарши, какие-то внутренности. Лицо свиньи. Вот прямо снято. Ну что ж, дальше по ходу мы видим, вот какая-то рыба местного производства. 80 бат. Какие-то креветочки опять. Это вообще непонятно, это не креветки, это какие-то маленькие кальмарчики. И опять те же самые ракушки. В общем, вот так вот выглядит местный рынок. Вот дальше идет, видимо, уже какой-то ширпотреб. Вот здесь нам надо было покупать. Все веселые, все улыбаются, всем хорошо. Вообще рынок достаточно большой. И, видимо, вообще и сейчас 18:27 местного времени. Вот. Ну, как-то шустренько все здесь занимаются. Пойдем посмотрим, что там есть у нас. А вот одежда. О, ремешки, трусики, маечки, кошелечки. Вот детских тут платьицев. О, каких хочешь.
юбки, платья, сумки. Ну просто, просто завались. Такой выбор, что ну все такое простенькое. Вот кошелечек в лошадях. Приятно. Поехали дальше. Вот, вот то, что нам надо. Потому что я приехал сюда в кроссовках. Ходить в кроссовках здесь очень нехорошо. Ужасно жарко. А вот здесь я нашел тапки. Я уверен, что такого тайца, как я, в природе не существует. Но размер я точно найду. А здесь еще и парикмахерская. Вот что надо Ире посоветовать. Размеры платьев вообще, конечно, маленькие. Хотя это, может быть, только на витрине так выглядит. Улыбаюсь, не улыбается. Наверное, устала. А это детская обувь. Маленькая, симпатичная. О, манекен какой. Что-то он мне напоминает и с чем-то он у меня ассоциируется. А тут даже рыжая девчонка такая. Вот хозяйственная лавочка. Замочки, кастрюли, соковыжималки. Кстати, соковыжималка здесь хорошая. Учитывая количество фруктов, которые здесь продаются, это очень нужная вещь. Розовые яйца. Наверное, это от розового фламинго. Когда-нибудь мы об этом узнаем. Это специи, масло. Ну, в общем, тут я даже не знаю, как это все назвать. Все написано по-тайски, ничего не понятно. Лапша, чеснок. А вот овощи. В общем, на первый взгляд, я даже не понимаю, что это такое. Листики, трава. Веселый народ. Вообще пахнет по-разному. Перчик, наверное, очень острый. From Russia. А откуда тут еще? Тут только Russia и Russia. Вот. Больше тут, собственно говоря, никаких лиц не встречается. Паттайя, видимо, русский город. Щави, наверное, не знаю. Такие толстые эти штуки. Стебли. Ну, есть что-то знакомое. Есть что-то совершенно непонятное и незнакомое. Вот. Но все улыбаются. Все молодцы. Вот. Да, это, видимо, ряд овощной. Со всех сторон. Что это такое? Удастся ли мне это когда-то попробовать? Я даже не понимаю, вон какие. Думаю, что это не огурцы. Но не суть. Ладно. Все улыбаются, смеются. Сразу маленькая девочка схватила что-то и побежала домой. Зато морковка здесь вкусная. Во, а вот это что такое? Вещь. Так, вон опять яйца розовых фламинго. Надо будет взять, попробовать. Интересно. Пойду посмотрю, а вон фрукты. О, пойдем на фрукты посмотрим. Фруктов здесь должно быть очень много. Но это, по-моему, не самый фруктовый рынок. Но мы увидим. Так, я вижу манго. Манги зеленые, желтые. Потом про каждый фрукт мы отдельно поговорим. И поедим, может быть, вместе с вами. Ао. Вот. Арбузы, бананы, ананасы. Ну, наверное, надо это где-то... Ценники. Вот манго 35 бат. Зеленый манго 30 бат. А вот какие-то... Ну, непонятно, что это такое. Наверное, это мандарины. 70 за килограмм. Ежики. Возможно, что это личи все-таки называется. 25. Вот. За килограмм. Вот еще что-то такое. Непонятное, конечно. Но 40. А это виноград наш родной. Ценника нет. Ну, как у тебя... Да, почистили кальмарчиков. Но надо какой-то фрукт попробовать. Надо нормально купить.
А вот смотри, а можешь спросить, почему у них вот этот фрукт завернут во что-то? А что это? Это манго? Это тоже манго, просто. Нет, это папайя. А, это папайя. Вот это манго. А вот это что за такое? Вот я даже не знаю, как это назвать. Надо смотреть. Надо нам устроить дегустацию. Да, надо. What is your name? What is the name of this fruit? Как? Драгон. А, дракон. Вот так, этот фрукт называется дракон. Берешь его, чистишь, он тебя кусает. Да. Ну, посмотрим. Предлагаю взять. Бери. Да? Я согласен, да. А вот это что такое черненькое? Интересно. Вообще, конечно, тоже глаза разбегаются. Первый раз на все это смотреть, ничего не понимаю. Но вот что-то почищенное. Это, наверное, кокос почищенный, да? И в него, наверное, втыкаешь трубочку и ешь его. Я не знаю, что мне нравится, но мне кажется, нам надо будет это все попробовать. А это кто? Мангостин, по-моему. Мангостин, его надо резать? У него дольки внутри, там шкурка такая, внутри нет. Вот мы сейчас наберем, а потом посмотрим, что оно такое. Что оно из себя представляет. Вот пошли в тот ряд, там что-то более разноцветное. Вот, например, опять что-то по 20. Это очень вкусно, но понятное дело, что мы пока не понимаем, что это такое. Вот этот какой-то мохнатый фрукт непонятный. А вот это вообще что-то блестящие мандарины какие-то. Ну ладно, когда я узнаю, что это такое, я вам обязательно расскажу. Вот яблочки, наверное, откуда-то привезенные, потому что тоже для перевозки. Запакованные. Вот я бы попробовал все-таки, что вот это такое. Вот это. Интересная вещь. Вот девушка знает, что это такое. Что это такое? Яблоки? Да, внутри косточка напоминает лич. Желеобразное мясо. Очень вкусно. Возьмите, попробуйте одну. Вот это, да? Да. А это вы что сказали? Яблоки? Яблоки? Ух ты, вот это яблоки. Нам надо взять. Вон, смотри, какая штука. Попробуй. Это можно съесть? Да. Вон, смотри, какая. Я бы сказал, как сурепка. Ну что, возьми винограду, а? Да? А вот это вот, это личи? Ёжики, фактически. Давай их возьмем. Давай я что-нибудь потаскаю заодно. Вот здесь все написано, что это такое. Это ведь... Королевский сорт манго, он вырастает? Да. А он сладкий? Он очень сладкий, очень полезный витамин. Очень много витаминов. Здорово, спасибо. Будем знать. Второй фрукт – это дуриан. Его надо есть, когда он молодой, небольшого размера. А вот это дуриан? Нет, он большой. А, дуриан – это такой большой и мохнатый. Вернее, такой вот, колючий, вот такой, колючий, да? Но это не дуриан, это что-то другое. А его надо есть, пока он не пахнет, да? Он не пахнет, его при вас открывают, ну, надрезают. Дома открываете, вы слушаете, он тогда не такой мягкий, не такой приторный, не пахнет. Thank you. Вот первую консультацию русскоязычную получили. Вот это написано вот здесь. Да. Королевский сорт манго. Королевский, да. Сорт манго. Теперь я знаю, как это пишется. А вырастает он до вот такого размера. В нем очень много витаминов, и его надо есть каждый день, желательно 3 раза. А вот мы видим ананасы. Все, в общем-то, достаточно хорошего размера, большого. Но вот сейчас мы что-то наберем, вот, и у нас будет сегодня день дегустации. Вот. Ну, надо сказать, что все это, все интересно. Интересно. Манги, драконы, еще какая-то штука, немножко сладковатая с косточкой. Вот. И девчонки все улыбающиеся.
Да. Приятно, когда тебе улыбается. Это дает некоторые положительные эмоции. Вот. Интересно. Вот это отдел, наверное, каких-то... А, это очищенные фрукты. Здесь надо все пробовать. Вот тоже какие-то сладости интересные. Коробочки. Цветочки. Пойдем посмотрим дальше. Что мы можем здесь увидеть. Ну, потихонечку так. В принципе, это все яйца, специи, соусы. Бесчисленное множество, огромное количество разных. Сегодня мы взяли парочку каких-то попробовать. Но в основном, я так понимаю, что на основе соуса. Пора. А. Вот. Когда я буду тайский знать, я буду понимать, что он мне сказал. А это какие-то булки. Порк. Угу. Интересная вещь. Ир, а что это такое? Может, возьмем пирожки со свининой? Хватит. А вот еще какие-то сладости. Вот тут всякие трубочки, печенье, орехи, кукурузу не хочешь? Она, наверное, уже вареная. Пойдем обойдем еще вот так вот. Тапочки, вот там есть. Я уже посмотрел. А вот что-то жмут. Вот тут не такие страшные, только жареные ноги. Это какие-то соусы. Да. Все имеет какой-то специфический запах. Вот он как бы для моего носа вообще... Вообще я бы не сказал, что он очень неприятный, но он совершенно незнакомый. Вот. Так что вот, идем покупать тапочки. Тапочки – это важнейшая вещь в нашей жизни. А тут еще парикмахерская есть, вот хотел тебе показать. Да. Да. И вон девчонки какие, у них даже манекены улыбаются, видишь? И рыженькие улыбаются, и черненькие, какие хочешь тут. Вот маленькие тапочки, пожалуйста, те. Детские. Это все старшие, это все старшие, а там уж совсем. Вот. Но мы сейчас купим. Сколько стоят шортики? А, вот 199 рублей, 200 рублей. Цена за шортики. Да, наверное, это даже очень дорого. Потому что тут разные шортики бывают. Музычка такая идет. Вот это я вот такой хожу тут, снимаю и все. Вот, все интересное, все новое. Да, парикмахерская. Вот. Ну что, берем тапки, меряем. Ну ты определяй, смотри, какие тапки классные. А почем они, эти тапки, кстати? 70 рублей, да. Тапки 70 рублей. А тебе по воздуху надо или по воде? А на меня есть тапочки какие-нибудь тут? А размер здесь какой-нибудь есть? 48-й? 49-й? Что, тайцев таких не бывает? А? Нету, значит, не судьба. Ладно, пошли. А на улице уже темнеет. Вот еще один магазинчик. А где ты видишь здесь тапочки? Я здесь вижу вот какие-то кофточки, но все такое маленькое. Это, наверное, детский магазин. А может быть, все тайцы такого размера. Вот. И тайки тоже такого размера. Вот, вот мы... В самом-самом внутри магазина. Вот сумочки какие-то есть непонятные. Сколько это кожи, натуральные, кстати. 200 рублей сумочка. В общем-то, кстати, прикольная сумочка. 200 рублей. Вот.
Вот общий план рынка. О, красота. Хай. И играем здесь. И продаем здесь. Здорово. Дети всегда заняты, всегда при деле. И все улыбаются. Здорово, классно. Вот. Судя по всему, веники растут здесь. Сами по себе. Вот это типа садоводческого магазина или хозяйственного. Вижу горшки. Полезная штука. Вот. Да, видимо, это какой-то нитки, иголки, молнии, щетки, кастрюли, кружки, тарелки, подносы, баночки. Вот. Так, вообще все так узко, что я еле-еле прохожу. Какие-то средства. Видимо, посудомоечные. Дальше. Дальше потихонечку выходим. Вот зубные щетки есть. Ир! Ну. Все на мотобайках. Вот я тоже скоро куплю байк. Не куплю, наверное, возьму в аренду, конечно, как все здесь делают. Только мне байк надо какой-то посерьезней. А то тут они все махонькие. Поэтому им хорошо. А вот так выглядят, кстати, автоматы для воды. Здесь воду пить вообще нельзя ни в коем случае. И вот это автомат, в котором можно поставить свою бутылочку и за деньги заправиться, грубо говоря. В принципе, даже могли бы, наверное, покушать, пойти домой. Нам надо куда-то все-таки сходить. О, смотри, рассыпной, тот же самый рис. Очень много риса. А вот яйца розовых фламинго. А почему они розовые, а? О, орешки, кстати. Why these eggs are pink? Why they are pink? This color. Color of the eggs. Нет, не все понимают, почему яйца розовые. Но они же почему-то яйца розовые. Я не думаю, что они сидят их и красят. Вряд ли. Я думаю, это какие-то специальные розовые. Да, да, да. Вот. Да, в общем, рынок. А вот здесь какая-то швейная лавка. И что тут шьют? Смотри. А, здесь можно отдать штанишки и сделают. Ай. Это можно что-то ушить, наверное, тут. В общем, ремонт одежды. Серега, значит, запомни одну могучую фразу. Очень важную для любого тайца. Когда ты к ним подходишь, надо вежливо обращаться к тайцам. Савади кра. Краб – это обращение к мужчине, савадика – это обращение к женщине. Савадика? Савадика. Савадика. И савадикраб. Да. Сейчас мы это обратимся. Савадика. Понравилось точно. Значит, так надо обращаться ко всем. А вот что-то несметно соленое, жареное. В общем, однозначно идентифицировать это просто нереально. Трубочки – это, наверное, лапша. Идут покупки, расчеты. Рыбка за 25, рыбка за 45. Сложно сказать, какие-то плавники здоровые, что за рыбка. Но вообще берут, едят. И говорят, что еще никто не отравился. Может, говорят те, кто не отравился. А вот это, наверное, сок. Ир! Может, сачку кого-нибудь дернем? Не знаю, если хочешь, хочешь. Или ты думаешь это? Как это вообще? Ну, вот это, видишь, пунш. Это, значит, получается, из какой-то, видишь, это, ну, травяной зеленый сок. Потом... Чай сделанный, зеленый чай, ромашки,
И вот лонг-анг, это то, что ты пробовал с лонг-анг джинс. Я не думаю, как. Ладно, давай без эксперимента, да? Мы не будем ничего такого, ты уже взяла. Я взяла манго, я взяла. Ну что ж, вот мы и посетили местный рынок в первый день. Ничего не понятно, но насколько это вкусно, мы сейчас попробуем и безопасно. А потом вам расскажем. Потихонечку темнеет. Вот что меня больше всего притягивает мой взор, это количество проводов. Вот мне непонятно вообще, то ли тут землю рыть так трудно, то ли что, но с проводами здесь вообще какой-то кошмар. Если вот так вот посмотреть поближе, да, тут висит бухтами прямо эти провода, и это все можно себе представить. Как же тут работают электрики? Вот. Сейчас вот сюда подойдем и посмотрим. Потому что это, наверное, самое востребованное. Вот как можно в этом разобраться? Это мне не очень понятно. И ведь они же, наверное, разбираются. Тут же оптика, телефоны, силовые провода. Это бесподобная вообще должна быть работка. Все, потихонечку идем домой. До встречи дома.